футбольного клуба «Слуцк» Александру Владимировичу Блиновичу. Александр Владимирович, пару слов о матче. Добрый вечер всем. Хотел бы выразить уважение тренерскому штабу за хорошую игру «Торпедо Жодино». С большим уважением к ним отношусь. И сказать, что игра получилась нервная такая, обоюдная, острая, где-то инициатива была на стороне соперника, где-то наш. Я считаю, что результат ближе к закономерному. Ну и поблагодарить, конечно, футболистов, которые провели большой объем работы, как с мячом, так и без мяча. Да, не забили сегодня, но и с этими кадровыми проблемами, которые мы на данный момент имеем, ну, выжимаем около максимально то, что имеем. Александр Владимирович, вопрос по Денису Образову. В конце он получил травму. Сейчас можно что-то сказать по нему? Да, все хорошо, там просто ушиб. Да, я думаю, ничего серьезного. Уважаемые коллеги, вопросы?